За 90 лет общество добилось многого. Такие программы, как защита прав глухих на образование, труд, культуру, спорт и качественную медицинскую помощь, получили развитие и господдержку. Всегда считал, что инвалиды по слуху – это люди, которые не очень инвалиды. Но за 90 лет мы добились того, что люди глухие считаются равноправными в нашем обществе. Благодаря обществу множество глухих людей смогли реализовать себя в совершенно разных сферах, но, как правило, именно в спорте люди с ограниченными возможностями могут заявить о себе громче. Последние победы наших земляков – 2 золотые медали на Кубке мира по вольной борьбе. Такие успехи стали возможными благодаря специальному подходу к тренировочному процессу. Но у нас такой подход, что мы не делим на глухих ребят и здоровых, все совместно вместе тренируются. Из-за этого глухие ребята получают очень много для себя в развитии, в общении с ребятами. И там они становятся как, не вообще не делятся, друзьями, да, на равных, общаются также. Поздравили с юбилеем первые лица города, представители народного хурала. Общество глухих всегда находится под опекой государства. Помощь обществу глухих – это государственная задача. Исходя из этого, в общем-то, эти проблемы и задачи стоят перед городом, и мы работаем в ключе. Работа, в общем-то, налажена, я считаю. У нас имеются люди, которые отвечают за этот раздел работы. В социальном комитете есть представители, которые курируют это общество. Естественно, работают тесные связи, и все вопросы и проблемы, которые стоят перед обществом, мы стараемся решать оперативно. Батыр Ламбаев, Сергей Костенко, Роза Тумурова. Новости дня.